На телеканалі «Репортер» вже традиційні підсумки тижня, військові підсумки тижня. Як завжди, я головний редактор «Репортера» Віталій Хемій, військовий експерт, мій товариш Юліан Аксьонов. Вітаю, Юліане. Вихідні, саме час підбити якісь підсумки. Є кілька важливих тем. Отже, я пропоную розпочати з того, про що говорили ще на початку тижня. Це, так би мовити, підсумки стамбульських перемовин. Начебто відведення військ ворожих від Києва та Чернігова. Що відбувається? Це відведення чи це такі локальні перемоги нашої армії, і ми вибиваємо ворога, який, відступаючи, перегрупується і вже готовий атакувати схід України? Як ти бачиш цю ситуацію? У Росії є... уже, наверное, многовековая традиция откровенно врать устами своих дипломатов. Поэтому заявление, если не ошибаюсь, это был не Мединский, а зам, даже не министр обороны, а как-то было сказано, какой-то представитель Министерства обороны России. Его заявление о том, что мы делаем шаг навстречу и пониманию перспективе разрешения этого конфликта и существенно, да, было сказано, снижаем военную активность на Киевском и Черниговском направлении, конечно же, чистой воды инсинуация и манипуляция. Когда зафиксированы результаты, военные результаты, я имею в виду, мы можем немножко углубиться в этот процесс и начать, что называется, издалека. Был разработан план, как мы понимаем, ведения этой специальной военной операции, как она именуется в России, который предполагал, что буквально там через чуть ли не день после вторжения в Киев, в район правительственного квартала должны были высаживаться вертолетные десанты, брать под контроль все наши главные министерства, органы управления, и в перспективе они штурмуют Мариинский дворец, берут президента, не то чтобы в заложники, но, скажем так, арестовывают, и вот полная победа. Я к чему это все говорю? Российская военная машина не отличается быстрыми возможностью, вот так точнее будет сказать, возможностью быстро делать выводы. Она инертна, она очень заскорузлая, она устарела в плане принятия гибких решений, она очень туго соображает в военном смысле, не в пример западной модели. Поэтому они шли большими колоннами в надежде на то, что мы все испугаемся, побросаем оружие и убежим. Даже после того, как это не случилось, первые 2-3 дня российское командование продолжало действовать по плану. Потому что пакеты, так называемые, которые вскрываются перед проведением начала операции, войны любой, говорят о том, что в какие конкретные даты и куда нужно заводить подразделение. Вот командир открывает 3-го, условно говорим, числа, я должен быть там. У него большие потери, он это сделать не может, но командование у него спрашивает, а почему ты не в том-то населенном пункте? Ты уже должен быть там. И наш противник, не считаясь со своими потерями и реальной картиной боя, и вообще реалии, которые сложились ввиду погодных условий, когда они двигались только по дорогам с твердым покрытием, потому что даже несмотря на то, что был холод, но мы же понимаем, что 40-тонный танк, пройдя по земле, оставляет большие борозды, как бы земля не промерзла, а если их 3, то с каждым разом она все глубже и глубже, и вот 4-й, 5-й, 6-й уже увязли. Поэтому не двигались по асфальтным дорогам в первую очередь, даже не грунтовка.
Они увязли. Мы к тому же вели, как я каждый раз говорю, мобильную активную оборону. Мы не стояли на одной линии, потому что мы бы тогда потеряли очень много людей. И тот натиск мы не сдержали объективно. Нападающих было больше. Поэтому мы тем самым дали противнику зайти вглубь нашей территории. Как бы это ни воспринималось гражданскими людьми, и в первые дни звучали уже, как всегда, подозрения в зраде, но, ребята, войны с превосходящими силами противника, если не количественно, то качественно, так не ведутся. Поэтому приходилось отступать. Огромные массы техники и людей растянулись тоненькими-тоненькими линиями вдоль наших полей на подходах к Киеву. Я напомню, что в Киеве первые дни начала войны шли настоящие уличные бои. Поэтому приходилось действовать очень быстро, собрано. Сегодня я как-то теряюсь в мыслях. Огромные массы техники и живой силы увязли в наших оборонных редутах. Нам приходилось атаковать с нескольких флангов, подрезая тылы колонн. И вот самая главная мысль, о которой я хочу донести всем тем шукачам зрады, что чем глубже заходит противник на территорию, тем хуже у него вопросы со снабжением. Как показывает эта война, у России вопрос логистики вообще не просматривался. Возвращаемся к вопросу операции, потому что согласно операции им должно было хватить одной, максимум две заправки. Поэтому когда нам западные разведки говорили о том, что, ребята, на вас готовится нападение, кто-то верил, кто-то не верил. Один из главных аргументов в пользу того, что, скорее всего, ничего не случится, был о том, что мы не видим вот тех вот верениц топливозаправщиков, мы не видим, как разворачиваются полевые топливные базы, какие-то запасы, этого не делается. К тому же вопрос принятия раненых, полевых госпиталей, этого всего нет, мол, скорее всего, нас просто пугают. Оказывается, этого и не нужно было, потому что люди рассчитывали на совсем другое. Благодаря нашей мобильной обороне мы снизили очень сильно наступательный потенциал вот этой вот группировки. Киев, Харьков, Чернигов, Харьков, Сумы. Они потеряли свой вот этот вот запал, темп упал. Проблемы с логистикой, еще раз повторюсь, очень длинное плечо подвоза, это Беларусь, либо Россия, а это несколько сот километров по территории, которая не полностью контролируется. Ваши коммуникации простреливаются партизанами, силы спецоперации устраивают засады. Да, не все колонны прямо вот сбивались под ноль. Но даже то, что успело доходить, не смогло обеспечить полностью заправку всей техники. Потом у нас возникла оперативная пауза. Мы о ней говорили. Вот как раз после того, как их остановили, дали по зубам, вот тогда она и возникла. Потому что продолжать движение к Киеву уже не было сил. Вообще, сам вопрос о том, что та группировка, которая была сосредоточена на Киев, ее было очень мало для взятия 4-миллионного города, но, опять же говорю, план у наших врагов был совсем другой. А потом мы переходим ко второй фазе. Мы готовим контратаки. Я говорил, что контратаки не будут вестись так, как мы привыкли в фильмах про Вторую мировую войну. Поднимается офицер, стреляет, все за мной, ура. Нет, это будут локальные операции, это будут зачистки сел, маленьких населенных пунктов, это будут вестись уличные бои очень
небольшими группами отряды будут сформированы буквально из 10-20 человек при поддержке БТР или БМП. Что мы увидели, если кто смотрел видео по освобождению сел на севере Киевской области. Вот именно эту тактику, правильную тактику, продемонстрировали вооруженные силы Украины. Наш враг, понимая, что продвижение невозможно, дал команду окапываться. Это мы увидели буквально где-то спустя 2,5 недели этой войны. С одной стороны, как бы правильно, но если ты окапываешься, это значит, что ты сейчас не можешь наступать, ты удерживаешь позиции и ждешь, пока к тебе придет тот же тыл и придет, самое главное, подкрепление, с помощью которого ты снова нарастишь свою группировку и сможешь продолжить движение вперед. Но и этого не было, потому что собрать в кратчайшие сроки такую группировку, такое подкрепление, а главное не просто количественно, но и качественно восполнить потери, потому что терялась новейшая техника российской армии, не представилось возможным. Стало быть, после ряда неудач, этой серии неудач на севере, российское командование, судя по всему, подгоняемое сумасшедшим Путиным, решило поменять свои планы. И вот теперь подходим к главному вопросу. Это не отступление. Это отведение всего лишь части подразделений. Потому что каких-то серьезных, еще раз говорю, сил и средств для усиления всей этой группировки, которая ведет наступление на 5, некоторые говорят 7 оперативных направлениях, это около 3000 километров почти сплошного фронта, и вот нужно выбирать, а что конкретно нужно усилить, потому что одновременно все это производить невозможно. Надо признать, что как бы ни старалась российская пропаганда и как бы ни казалось нам, что почти 150-миллионное государство обладает такими большими ресурсами еще со времен советской армии, невозможно оно этого делать, не в состоянии. Было принято решение развить успех на Южном и Донбасском направлении, где уже были кое-какие подвижки. Окруженный Мариуполь и просто ожесточенное сражение на линии соприкосновения ООС. К тому же, как заявляет генеральный штаб, это уже не секрет, Изюм мы не контролируем, и это был достаточно серьезный узловой пункт нашей обороны, который сдерживал продвижение противника в тыл восточной группировки. Вот решили, что именно на этих направлениях понадобятся те уцелевшие, я повторюсь, уцелевшие подразделения, которые оперировали на северных направлениях. Но вывести их просто так это тоже нельзя. Это не просто машина сел, завел и уехал. Тем более мы ведем постоянные бои, навязывая инициативу. Вот теперь уже пришло наше время на северных направлениях навязывать инициативу. Поэтому противник вдался к следующей, до наступной тактики. Оставлялись какие-то, это не заградотряды, как многие их начали называть, это немножко другое, а заслоны такие из взвода, где как, взвод больше, рота, 2-3 танка, какая-то легкая бронетехника. Именно эти люди должны были сдерживать напор нашего арьергарда, который устал зачищать эти села, для того, чтобы пока они ведут бои, основная масса сил и средств смогла выехать на территорию Беларуси, и потом, как мы понимаем, судя по карте наших боевых действий, они делают такой полукруг, попадая на восточную часть Луганской и Донецкой областей. Вот именно этим сейчас мы и заняты. Мы расчищаем путь нашим войскам сквозь вот эти вот редуты, оставленные для того, чтобы основная масса ушла.
Проблема в том, что россияне весьма активно стали использовать такую технику с очень мирным названием, как земледелие. Это специальная техника для проведения дистанционного минирования. Делается для того, чтобы снизить темп наш, потому что там, естественно, нужно разминировать пути и дальше продолжать. Это за счет этого, как мы понимаем, выигрывается время. Ну и просто напакостить. Как всегда, там мы не развили успеха, ничего у нас не получилось, так хоть заминируем. Аналогично операции проводятся и в Харькове. Есть зачистки, но есть заминированные участки. И я даже вижу по волонтерской нагрузке, теперь сместилось количество заказов больше не на тепловизоры, а на металлоискатель. Потому что сейчас наши войска столкнулись с минной опасностью. Если первые две недели мы этого не видели, потому что картина выглядела достаточно динамично, никто не знал, а что нужно было минировать, потому что сегодня ты там, завтра те там, да и продвигаться тоже нужно, то теперь мы немножечко все застыли, и поэтому мы увидим и позиционную войну. И вот сейчас как раз самое время вступить в бой снайпером, что, кстати, и происходит уже последние недели-две. А поэтому насчет перспектив наших на севере, да, я думаю, на некоторых участках мы выйдем к государственной границе. Проблема только в том, что артиллерия, ракеты продолжают оставаться на территории Беларуси, и артиллерия ствольная уже, конечно, с трудом будет доставать даже до пригорода Киева, но ракеты, как мы понимаем, дальность которых несколько тысяч километров, здесь уже ничего не поделаешь. Второй вопрос в том, что есть мнение о том, что несмотря на такой исход, вот та самая российская группировка выполнила свое задание. Я не совсем с этим согласен, потому что, я же говорю, если мы возьмем программу «Максимум», захват всего Киева и арест президента, ну, до Киева-то особо никто не дошел. Но да, они сковали ту часть боеспособных соединений, которые бы могли помочь на других участках фронта. Но тут наше командование было в сложной дилемме. Что защищать? И, кстати, надо сказать, что очень хорошо сработала наша разведка в паре с западными специалистами. И в тот самый первый день и последующие наш генеральный штаб прекрасно понимал, где будут основные нанесены удары. Два основных удара – это был на Киев и Донбасс. Вот там мы как раз и предприняли все необходимые меры. Поэтому сейчас у нас тоже появляется возможность и время перекинуть резервы на Донбасс. Потому что уже все понимают, что эти войска отправятся именно туда. И тут еще один интересный нюанс. Эти войска, если отправятся своим ходом, своим маршем, колонны военные большие, они двигаются достаточно медленно. Это буквально 200 километров в сутки. Сколько дней им идти, можно примерно представить, взглянув на карту. Если же их ход ускорить, то нужно использовать железнодорожные эшелоны. Значит, они должны приехать к железнодорожным станциям. Погрузка на эшелоны – это тоже время. Поэтому вот здесь мы выигрываем время в первую очередь. Что касается перспектив, как эти подразделения будут введены в бой после того, что с ними произошло на киевских направлениях, после того, как кто-то треть, а кто-то даже половину потерял, какое у них будет морально-психологическое состояние, тоже большой вопрос. Поэтому шансы у нас появляются очень-очень неплохие. Вони є, і це головне на даний момент. Я розшифрую телеглядачам про замінування і дистанційне також. Ми чуємо зараз від керівників громад на Київщині
Буча, Ірпень, Гостомель, щоб люди не поспішали повертатися, навіть якщо як до Мівки, як якимось чином ціліли. Тому що це ще територія бойових дій. Розмінування – це теж бойові дії. Ми повинні це теж проговорювати. Коли я зараз процитую деяких фахівців, ну я чув кілька днів від пана Арестовича, коли він таки заспокоював всіх тих, хто говорив про великі перемоги, що ось так, Київ-Чернігів відбили, і зараз відтісняємо від Маріуполя і далі женемо ворога туди, за Сибір. І Арестович сказав, що дуже важкі втрати, навіть не втрати, а втрати військової промисловості України. Це було сказано так, не було зроблено акцент на цьому, але хто почув, той почув. Якщо є проблема військової промисловості, і дійсно в Україні є дефіцит там зброї, потрібна допомога західних партнерів. Ми бачимо і чуємо, якось збираємо цей пазл, начебто вона є. Що зараз більш потрібно, і що зараз з тих відкритих джерел інформації ми можемо черпати, що зараз поступає до України, що необхідно, як нам допомагає наші світові європейські партнери щодо зброї? Прежде всего, я бы хотел объяснить нашим телезрителям, что реальной картины потерь и в каком состоянии сейчас находится оборонно-промышленный комплекс нет, пожалуй, наверное, ни у кого. Потому что, еще называется не на часе. Ходить по заводам, собирать, а в каком они состоянии. Второй момент. Даже если бы нам удалось каким-то образом эвакуировать, сохранить вот именно те живые предприятия, которые обеспечивали нашу оборонку, то нужно понимать, что современное изделие, мы не говорим про стрелковое оружие, мы говорим про какую-то серьезную технологическую единицу. Она не делается за день, два, за месяц, от полугода и выше. Поэтому, как вы понимаете, если бы даже мы все сохранили, то оперативно закрывать потребности только исключительно силами своей оборонки мы бы все равно не смогли. Да и потом даже то, что у нас было, очень сильно зависело от иностранных комплектующих. Чисто украинских разработок у нас очень мало, и, как правило, они все в чертежах. А теперь, что касается западной помощи, мы видим позитивный очень сигнал, что в первую очередь Запад понимает, что характер боевых действий очень сильно поменялся. От обороны, которой мы занимались практически месяц, будем так говорить, мы переходим в наступление. Наступление – самый тяжелый вид тактических маневров, назовем это так. Потому что теперь наш враг оказывается в той же роли, что были мы. Обороняться, как вы понимаете, всегда легче. Ну, условно говоря, конечно же. Запад понимает, что нам нужны соответствующие системы вооружений. Мне нравится, что звучат названия, термины, как дальнобойная артиллерия, бронетехника. И, кстати, мы сейчас получили разрешение от Германии на передачу 50, это открытые источники, поэтому я называю их, 58 БМП-1. Устаревшая машинка, но нам нужна, нам это все сейчас нужно, который находится на вооружении Чехии. Тут стоит пояснить людям, что в Европе очень сложный механизм приобретения вооружения. Даже если вы купили, полностью выплатив сумму у какой-то страны оружие, ранее принадлежавшее ей, или даже находящееся у нее на вооружении и ей уже производимое,
то потом передавать в третьи страны вам нужно получить разрешение от производителя или от продавца, вне зависимости от того, сколько лет оно уже у вас в фактическом пользовании. Есть позитивный сигнал от США. Во-первых, нам увеличивают объем военной помощи еще на 300 миллионов. Там очень большая номенклатура. Все как раз то, что нам нужно. Связь, координация, наведение. И я так понимаю, что администрация Джозефа Байдена будет, что называется, додавливать европейские страны, в первую очередь те самые, которые были участниками уже несуществующего договора организации, вот так он назывался, организация Варшавского договора стран, соцлагеря. У них на вооружении осталось танки, артиллерия, зенитные ракетные комплексы советского производства. То есть те, которые сейчас есть у нас, и те самые системы, на которые не нужно будет никого учить. У нас есть люди, у нас нет оружия. Поэтому, когда говорят про передачу эмоционально достаточно, дайте F-16, а кто-то даже говорит, дайте F-22, это верно. Это верно, но лишь отчасти. Конечно, нам нужна истребительная авиация. Дали бы нам МиГ-29, о которых говорили, было бы тоже здорово. Однако этого не происходит. F-16, к нему есть очень много требований. В первую очередь, наземный персонал должен быть обучен не так, как для МиГ-29. Там должна быть определенного качества взлетная полоса. А в условиях войны, о каком качестве взлетной полосы мы можем говорить, и топливо. Топливо именно западных стран, которые мы не производим и вынуждены будем только импортировать. Мы видим, даже Австралия подключилась на другом конце земного шара. Даже там понимают, что нужна помощь, и передают нам Бушмастер. Это не классический БТР, это в американской аббревиатуре МРАП, MRIP, то есть броневик, машина, которая служит точно так же, как и БТР выполняет свою функцию, доставки безопасной, относительно безопасной, как мы понимаем, доставки наших пехотинцев к переднему краю обороны, то есть на фронт, грубо говоря. И мне не совсем понятна критика такого решения, дескать, дайте нам полноценные БТРы, а не броневики. Ну, БТР БТРу рознь, и сегодняшний МРАП очень даже защищенная машина. Даже сейчас по отзывам наших сил спецоперации, на вооружении которых находятся бронированные «Хамви», еще известные в гражданской модификации как «Хамми», выдерживают калибр 14,5 мм, а это достаточно серьезно, хотя заявлено было 12,7. Они очень устойчивы к минам, там V-образное днище. И угроза десанту не существует. Мы же сейчас на БТРах и БМП, даже если перевозим десант, это еще даже со времен афганской войны, десант вынужден находиться сверху на броне. Как раз по той простой причине, что если сработает мина, то больше шансов выжить у тех, кто будет сверху на броне, чем там внутри в десантном отделении. Поэтому да, суммируя все сказанное, скажу, что наконец-то Запад понял, в чем конкретно мы нуждаемся, и мне нравится, что с нашей стороны появилась конкретика. Я даже знаю людей, которые пишут аналитические записки нашему военно-политическому руководству, и требования помочь в первую очередь зенитными комплексами НАМС, НАСАМС, уже дело вкуса ударения, и противоракетными, противокорабельными, прошу прощения, ракетами «Гарпун», вот это
уже действенно, потому что это ПВО, и это те самые корабли, которые портят нервы одесситам, благо, что так сейчас можно говорить, те, которые нас обстреливают. Ну, артиллерия, да, у нас есть, но вы же понимаете, что такое отгонять корабль артиллерии или просто адресно, скажем так, запустить в него ракету. Причем «Гарпун» очень хорошая ракета, она на вооружении уже 30 лет, но правильно нужно понимать, здесь никто не говорит, что нам передадут 30-летние ракеты, а здесь речь о том, что в течение этих 30 лет она доводилась и все время находилась в зоне боевых действий, поэтому собиралась обратная связь от военных и оперативно вносились различные изменения. Да, и поэтому очень надеюсь, что такое вооружение поступит вскоре к нам. Поки ми розмовляємо, ми записуємося ввечері в суботу. Захист України триває, триває напад агресора. Ракети прилітають Дніпропетровщина, Полтавщина. Ворог цілить саме важливі інфраструктурні об'єкти. Бачимо, що ну за останні два тижні навіть більше може зробити таку карту саме по нафтобазам. Можна говорити, б'є десь успішно, десь ні. Це вже така варварська дія, на мій погляд. Я плавно переходжу до наступного питання, цікавого питання. Перед тим, як зв'язатися з Юліаном, я послухав російського більш-менш адекватного політолога Максима Каца, який обговорював дива в Белгороді. Такі були там цікаві ситуації, коли якісь два гелікоптери залетіли, нанесли удари по нафтобазі. І, на думку російського політолога, якщо проаналізувати дві версії, обидві програшні саме для Російської Федерації. Якщо вони самі себе обстріляли, щоб зробити якусь причину повноцінної атаки, яка зараз відбувається на Україну, то це мінус. Якщо російська хвалена армія дозволила залетіти двом українським гелікоптерам, є така версія, яка не підтверджена, не спростована, але в Росії говорять про це, то це ну, ганьба теж для російського захисту, для російських ПВО. Але мене цікавить в зв'язку з цим питання реакції на атаку нафтобаз в Білгороді з боку, можливо, там, наших там, партнерів. Вони можуть сприйняти, що це дійсно була атака українська, і скажуть, ну, ми ж вам допомагаємо захищатися, а ви тут наступ ведете. Тобто такі у мене іноді є тривоги з цього приводу. Да, і ти в цих тривогах не одинок, тому що і я вчора питався зрозуміти, що ж відбувалося, і, наприклад, аудиторія в Фейсбуці, людей, які в теме, разделилась на два лагеря. Одни говорят, да, все круто, все класс, посмотрите, яка зухвала операция. А другие говорят, что да нет, это чистой воды провокация для того, чтобы вот как раз показать Западу, что, мол, вы вооружаете страну, которая может развязать Третью мировую. Хотя, извините, мы уже месяц друг другом воюем. Поэтому я, не найдя истину ни у тех, ни у других, обратился к западным источникам. И вот сегодня утром очень интересная информация от британской разведки поступила о том, что ну, она звучит так. Сталкиваюсь часто с тем, что очень дословно порой переводят западные источники и перевирают очень много, теряется смысл. Но звучало оно так, что нефтебаза в Белгороде получила такие повреждения, которые сулят логистике группировки, которая действует на Харьковском направлении российских войск, очень большие трудности с логистикой, но уточнили, что кратковременные. Поэтому в то же время наш президент не опроверг, но и не подтвердил. И тут же вдогонку вот британцы заявляют такое.
Остается что говорить, что соблюдение правил техники безопасности актуально всегда. Ну, дійсно, на таких стратегічно важливих об'єктах, там хтось там не підготовлений, там охорона і таке інше. Ну, як теж кажуть наші керівники військово-політичні, що те, що відбувається на території Російської Федерації, це проблеми Російської Федерації. Да, тому дійсно, скільки б версій не було, цього феєрверку, або як я десь зауважив відкриття Олімпійських ігор, тому що факел, такий огонь, плам'я було таке добряче, ну, нехай там вони це з'ясовують. Ще одне питання, кожного вечора слухаю головнокомандуючого України, тому що, щоб бути в інформаційному полі, у президента вистачає часу надавати оцінку представникам України як дипломатичної місії. Він відправив на повітря деяких послів, ну, можливо, закономірно. Що цікаво, як він відправив відпочивати грузинського посла, посла в Грузії, так відразу Грузія приєдналася до санкцій. Оце цікаво було. Але також надає накази, розпорядження про, скажімо так, здирання погонів генерала з керівників Служби безпеки України. Ось це мені вже цікаво, тому що там звучать різні прізвища, я, можливо, цих людей не знав, але один з них мав там відношення до Херсонської області. Ми бачимо, що відбувається в Херсонській області. Ми читали різні матеріали, спілкувалися з місцевими, ну, з більш-менш експертами, які різне говорять, але так чи інакше, обласний центр окупований. І реакція президента відправити подалі, ну як відправити, лишити звання генерала, головного СБУшника Херсонської області, ну це такий чіткий знак, що там і в лютому, і можливо в січні було не все в порядку. Ну це такі у мене припущення. Ну да, скоріше всього, воно так і є, тому що такі рішення приймаються, як в футболі говорять, красна карточка в совокупності. Ну, здесь важно что уточнить, что СБУ прежде всего спецслужба, и требовать от нее обороны, эффективной обороны веренной территории, ну, как-то тоже не приходится, у людей немножко другой профиль. Да даже к армии по Херсону тоже претензий, я не знаю, есть, конечно, у людей, особенно, наверное, кто с Херсона, и, кстати, те, кто далеко от Херсона. Я заметил, что всегда претензии у тех, кто рядом и кто очень далеко. Сложный театр военных действий, приходилось отступать. Но, да, если мы говорим про спецслужбу, то, скорее всего, стали известны президенту прежде всего факты, что это должностное лицо не приняло каких-то мер, которые, может быть, даже вводились какими-то секретными приказами. Мы же прекрасно понимаем, что западные разведки все это время нас предупреждали, и понятно, что не выйдет же президент, не скажет точную дату, у нас будет война. Не хотелось разводить панику, создавать этот хаос, но по внутренним коммуникациям я допускаю, что могли ходить какие-то специальные циркуляры, в которых предписывалось сделать то-то, то-то и то-то. И, ну и, судя по всему, по результатам, может быть, даже каких-то экспресс-проверок, какие можно сейчас в данных условиях провести, было установлено, что конкретно вот этот вот товарищ пренебрег инструкциями высшего командования. И це мало наслідки, ну, це стало однією з причин тих наслідків, які ми зараз спостерігаємо, в тому числі на Херсонщині. Ну, могло так бути, якщо, да, вполне. Якщо ми вже працюємо з фактами. І таке важливий момент, я хотів питання трохи раніше поставити, оскільки ми з півночі дійшли до сходу і якось потім перешагнули. Звучать від експертів, і не тільки експертів, а політичних психологів наших, такий термін відносно Маріуполя, відносно окремих частин Донбасу,
знов термін котел звучить, що можливості і сил російської армії вистачає на те, щоб оточити наші війська. І тому актуальне питання, скільки витримає Маріуполь? Тому що ну, є і скептичні дані, і песимістичні, але все ж таки, якщо з холодною головою підходити до цього, чи є все ж таки шанс, можливість, що будуть сили України відбити атаку? Я розумію, що там надважка ситуація, ще й живі люди, які дуже важко евакуюються, депортації, воєнні злочини, воєнні злочини, не тільки воєнні там людей вивозять, але скільки ось є шансів на те, що Маріуполь буде відбитий? Начнем с того, что интересный факт, сама этимология слова «котел» по одной из версий была придумана немецкой пропагандой, чтобы заменить слово «окружение» и тем самым больше воздействовать на умы советских граждан. Котел, окружение – это сути не меняет. Мариуполь, да, ты сказал, в крайне тяжелом положении, это правда. И я так понимаю, что больше 100 тысяч людей гражданского населения Мариуполя так и не смогли его покинуть до сегодняшнего дня. А что касается военного аспекта, прогнозировать что-то сложно. Слишком далеко находятся ближайшие к Мариуполю части. И не то чтобы расстояние проблема, а проблема еще усложняется тем, что эти части тоже ведут бои. Тянуть туда какие-то резервы, расстояние, время и, как мы понимаем, угроза напороться на контратаки и в первую очередь авианалеты аэродромов оккупированного Крыма. Сложно что-то говорить, и наверняка, если бы это было возможно, мы бы уже это увидели. Да, в строй вводятся части корпуса резерва, то есть дополнительные силы появляются, но я так понимаю, что генеральный штаб либо еще просчитывает возможные варианты, либо просчитал и только ждет решения президента. Возможно, на мой взгляд человека, который от Мариуполя очень-очень далеко находится и представляет, что там происходит, лишь смутно. Возможно, облегчит участь его защитников, если они решатся на прорыв кольца. Вот тогда им навстречу, возможно, кого-то отправят и прикроют их выход. Это будет сделано тогда очень быстро, это буквально в маршевом темпе или на том транспорте, который будет позволять это сделать, прикрыть и забрать их, потому что мы понимаем, что Мариуполь, к сожалению, я так понимаю, что там по некоторым данным 80% города уже нет, поэтому он держится только на невероятной смелости и героизме ребят с Азова, с Национальной гвардии и остальных подразделений, морская пехота и других подразделений. Мне лично, как украинцу, не хочется их хоронить там заживо. Мне бы хотелось, да, чтобы они вырвались, прорвались, мы им помогли, и мы их встретили, а те, кто представлен к награде, их наконец-то получили. Поэтому очень трудно что-то прогнозировать. Да, мы наверняка все смотрим интервью командира Азова Дениса Прокопенко.
в которых он неоднократно намекал на то, что все-таки какой-то план, не то чтобы по деблокированию, но как минимум по спасению вот этих ребят он есть. Понятное дело, он секретный, и он не мог многих вещей нам раскрыть, но очень сложный вопрос, очень сложно, и я думаю, что и ребята сами поймут, что наступит момент, когда удерживать будет уже бессмысленно, и нужно будет прорываться. И дай бог, чтобы к тому времени у нас нашлись силы обеспечить им этот прорыв и прикрыть. Так, в неділю президент України, коли спілкувався з останніми живими російськими журналістами, які ще можуть якось працювати, хоча і вони потім перестали працювати, він зізнався, що він пропонував захисникам Маріуполя, ситуація важка, зробити вибір. Я не уявляю, щоб хтось, ну я, можливо, плохо знав історію, в 40-ві роки з совєтських воєначальників, як комусь давав вибір, чи ви залишаєтесь, чи ви ось до кінця. І мене, як би це вразило, це ну, було, як на мене, ну, такі важливі слова президента, коли він, знаючи довіру суспільства, громади до Збройних сил України, сказав вирішувати їм. Це було дуже важливо, психологічно, принаймні. Да. Тут даже, знаешь, вопрос не в том, что упомянутый тобою исторический эпизод и сегодняшний отделяет 80 лет, и можно было бы предположить, что тактическое искусство, оперативно-тактическое искусство и военная наука шагнули вперед. Нет, потому что это чисто советский подход удерживать до последнего, чтобы отчитаться перед товарищем Сталиным. Отчасти именно из-за этого, когда кое-какие гарнизоны, города держались, а соседние с ними падали, вот именно те защитники оказывались в окружении. А вот если бы был организован единовременный отход со всех позиций, вот тогда бы картина Второй мировой войны сложилась совсем по-другому. Но, как говорится, история не любит размышлений подобного рода. Кстати, что нам на руку, советская армия во многом присутствует до сих пор в головах российских командиров. И мы уже не впервые слышим от пленных приказ стоять. Стоять и держаться. Хотя непонятно для чего и зачем, учитывая состояние этого подразделения, состояние морально-психологическое в первую очередь, ну и, конечно, степень их материально-технической обеспеченности. Когда выбывают из строя целые батареи, а людям говорят, держитесь, ну, я попрошу вас, повторяйте каждый раз вот эту мантру, российские командиры, нам только это нравится, пожалуйста. Пусть ваши войска держатся до последнего. Дякую, Юліане. Як завжди, змістовно поговорили. Будемо стежити за тим, що відбувається в полях, на фронтах цієї війни. Це не тільки поля бою, це інформаційні, політичні, дипломатичні фронти. Будемо чекати тільки добрих новин і скоріше перемоги. Дякую, на все добре. Спасибо і тобі, сил всім нам і побіди. Дякую.